Как отказаться от реализации цели? Я ставлю цели, затрачу много сил и времени, но когда они не реализуются, очень расстраиваюсь. Мне жалко время и энергии, потраченное на достижение. Ну как, вы расстраиваетесь? Что-то произошло страшное, то, что цели не реализовались? Ничего не произошло. Все равно мир стоит, катастрофа не произошла, с вами тоже ничего не произошло. У вас есть опыт, обобщите его, скажите, отныне я, так сказать, энергично и активно движусь, совершая действия по направлению к своим целям, но впредь я принимаю любой результат моего труда, впредь я принимаю, одобряю любой результат моего труда. То есть, что выиграли, вы проиграли. Если все футболисты после проигрыша ходили и стрелялись, то было бы, наверное, сказать, хорошо, может, нормально вы, наконец, у нас были. Но в целом это не положено. Проиграл хорошо, выиграл хорошо, все равно доволен, даже проигрыш – это повышение вашего мастерства. Поэтому я принимаю любой результат моей деятельности. Загрузите себя в этом, что я прикладываю максимум усилий для достижения моих целей, но отныне я принимаю любой результат моих действий. Вот две-три фразы на эту тему, и реализация цели вас отпустит.